нужное и необходимое с нашим количеством хвостов, все кстати. На днях в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой получили посылочки от Марии и Юлии. Как всегда, все очень нужное и необходимое в приюте. С нашим количеством животных любая помощь очень важна для нас. В это нелегкое для всех время очень сложно выживать в одиночку. Дорогие друзья, волонтер бесконечно благодарна за то, что вы у нас просто есть. Спасибо вам большое. От всего сердца огромное вам спасибо человеческое. И по поводу еще одной посылочки, которая тоже приехала в это село, но уже в другой сельский приют. Праздник для котиков и волонтера. Еще одна посылочка порадовала весь приют. На днях сельский мини-приют Ирины Стрижак получил две посылочки от Светланы Орловой из Москвы. Это наша читательница и зрительница, давний друг нашего блога. Все в них самое необходимое для котиков, собачек и для нее самой женщины. И отдельно еще для Эллы Федоровны, женщины из микрорайона, где живет дочь волонтера, которая там подкармливает котиков. Волонтер ей все, что предназначается, передаст. Огромное спасибо, такие шикарные матрасики, котики уже спят на них, как теточка, обогреватель, паштеты для Филюши, для мальчика, цераксон, пеленки, ошейники, вкусняшки для волонтера и красивая с котиком чашка. Ее, думаю, все уже по фотографиям оценили. Много всего нужного в хозяйстве и для животных. Спасибо от души Светлане за праздник. Очень приятно знать, что где-то далеко есть люди с добрым сердцем, которым не безразлична наша жизнь, помнят о нас и всегда помогают.